Здорово, Украина! Угадайте, а где я сейчас нахожусь? Вы думаете, за гаражами? Не, в центральном парке отдыха и развлечений Дубовая роща. Парк Дубовая роща получил свое название из-за огромного количества посаженных дубов еще в 18 столетии. Знаете, местные жители поговаривают, что именно здесь набирают футболистов запорожский «Металлург». Господи, это что, кладбище? А, нет, это название деревья. Аллея відновлена колективом Дельта-банку. Вам ничего странным не кажется? Как так? Аллея есть, а банка нет. Дайте название деревьев, идем! Вот это европейский парк аттракционов. А вот это наши запорожские чашечки. Ну, хоть покрасили. А это для меня вообще какой-то очень странный детский аттракцион. То есть тут, смотрели, то есть тут ребенок выезжает с гаража на машине, да? Едет и заезжает в другой гараж. А что это получается? Наших детей уже с самого детства учат перегонять тачки или что? Что даже страшно представить, что там происходит. Пошли. Здравствуйте, детишки! Камеру убери! Алло, Арам, подъезжай. Да, братан, без крови. Да, я. Тебя предупреждали? Предупреждали. Молись. Ну и напоследок. С недавнего времени в парке поменялось руководство. И они пообещали обновить парк и построить здесь каток. Все это, конечно, хорошо, но хотелось бы, чтобы быстрее это все свершилось. Тогда парк Дубовая роща попадет в список самых красивых парков Украины, а то и Европы. С вами был Русик Ханумак, Запорожское бюро «Чисто Ньюс». Полетели. Пока!